В рамках акции «Снежный десант» в Сочи прошел автопробег по памятным местам сел Хостинского района. В этом году ко всероссийской патриотической акции на курорте присоединились около полусотни человек. Отряды десанта сформированы из числа бойцов студотрядов. Каждый конкретный отряд закреплен за определенным населенным пунктом. Цель – добрые дела и сохранение памяти. За эти 4 дня ребята оказывают шефскую помощь ветеранам, пожилым людям. Мы высаживаем деревья, мы моем, чистим памятники, мы убираем территории. Проводятся также спортивные мастер-классы в сельских школах и также тематические уроки. В программе посещения у нас ветерана, участника Великой Отечественной войны, Петухова Александра Ивановича, который остался на весь округ, тружеников тыла и посещение памятников, которые находятся на территории округа. Акция «Снежный десант» более 30 лет назад стартовала на Алтае. Сочи к ней присоединился год назад, первым из городов Кубани. Добавлю, что акция проходит в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы.